Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуков Family, и я просто вкратце расскажу такой мини-обзор, как по ссылкам, вот. Не буду слишком вдаваться в подробности данного сюжета, потому что его тут как бы нет, вот. Это сложно понять, но нам, допустим, нужно передать посылку. Вот, но тут есть концовка хорошая и нехорошая. Нехорошая концовка — это когда вы, ну, как сказать, не приходите туда, куда нужно. Вот. А локации нарисованы художниками или обработаны, возможно. Вот. Вам нужно бегать по локациям, разговаривать с разными персонажами. Ну, естественно, в аниме-стиле. Вот. Поэтому, как бы... Как сказать, игра, она не несет какой-то нагрузки на сюжет. Она даже является, как бы... Как бы это объяснить? Фантомной игрой, потому что тут много персонажей... слизанных с аниме стиля. Есть у нас тут даже карта, мы можем побегать по локациям разным, вот, можно пощелкать там, перейти в комнату отдыха, обратно вернуться на эту же локацию. Музыка тут одна, в принципе, и вы щелкаете, бегаете по локациям и собираете разный лут. Ну, как сказать, лут в том плане, что есть какие-то тут особые воспоминания. Вот если брать одно воспоминание, например, вот такое. Посуда является вторым по значимости атрибутом для чайной церемонии. О, так я-то посуда, у меня-то посуда хоть куда. Середина 15 века для распития чая стали использовать специальную емкость. Гайвань, ганьюнь. Ну, вот в такой шутливой форме рассказывалось про чай. Вот. Сейчас я покажу вам всех персонажей. В принципе. Сейчас, вот есть у нас тоже. Ну, тут одинаковые персонажи. Они просто по-разному называются. Мы, допустим, перейдем обратно в читальный зал. Тут есть забавный персонаж типа дед. В аниме стиле с усиками. Вот. Дед Никифоров. Да, почему-то игра, кстати, притормаживает, когда ты разговариваешь с персонажем. Я не знаю, может, проблема анимации на других новеллах. У меня подобной проблемы нет. Ну, в других новеллах. Вот, есть еще два персонажа, якобы шахматисты. Но мне тут порадовал другой персонаж, сейчас покажу, это YouTube Тян. То есть, да, так она и называется. Вот заметьте, у нее на голове значочек YouTube, мне понравилось, и у нее лайк на майке. Вот. Ну вот, короче, как-то так. Тут есть еще прикольный предмет, как... Сейчас покажу, если она, конечно, сейчас... Еще раз посмотрю. Вот, это Пайман, это, по-моему, с этого. Персонаж с Genshin Impact, по-моему. Она почему-то называет ее консерва, ну да ладно, YouTube Тян, да. Не будем трогать YouTube Тян. И тут еще классный персонаж есть, как этот, пельмешек. То есть мы тут находим пельмешка. И вот такой пельмешек появляется у нас, якобы. Ну, тут секретная комната, типа какая-то компьютерная комната. А, ну еще есть персонажи, у нас тут есть, сейчас покажу. По-моему, последний персонаж, я просто его не активировал в прохождении, была причина, сейчас покажу. Сейчас, допустим, постучать. Вот. Это у нас
по-моему, типа этот. Мишка. Ну, не косолапый, но все же. Вот тут у него... Или у нее. Вообще, это на девочку похоже. Тут куча аниме-фан-сервиса. Ну, не будем трогать. Куча фан-сервиса, да. Вот. В общем, что еще интересно в данной видеоигре? Вроде я всех персонажей вам показал, опять что-то тормозит меню. Непонятно почему. Вот, тут есть разные открытые картинки. Сами секреты, которые ты... А, это она пела как бы, да? Ладненько. Вот, и тут показывают разных персонажей, как они выглядят. Вот. И тут открываешь еще... А, вот это ютубтян как раз. Открываешь разных персонажей. По сути. Вот. Ну, в принципе, что еще можно было тут показать? Это какое сохранение мы загружали? То есть неважно какое, да? Ну да, понятно, неважно какое, да? Ну, в общем, что еще тут из локации? Показал. Комнату отдыха я показывал, по-моему, по факту. Комнату Мишки тоже. Библиотека, читальный зал, столовая. Тут подразделяется все по этим. Ну, в общем, что я могу сказать? Для бесплатной вот такой игры, новеллы, где ты разговариваешь с персонажами и пытаешься пройти, в принципе, нормально. То есть, для, не знаю, первая эта игра разработчиков или нет, но если хотите просто, там, за питьем чая или кофе, посмотреть, какие игры бывают, почему... А, ну это понятно, это почему-то, когда мы... Давайте здесь, что ли, остановимся. В принципе, поиграть можно. Вот. Но не скажу, что прям что-то вы глобальное получите или изменится. Просто мы отправляем по ссылке истинной Анне. И все. На этом, в принципе, игра заканчивается. Есть достижения, которые нужно пооткрывать. Вот. В принципе. Но, в принципе, как-то так. Это сколько у нас по времени выходит. Девять минут текущая серия, да? Ну да. А, какой мой, в принципе, вердикт? Музыка тут одна. Рисовка... Ну, вот, не знаю, фотографии отфотошопены или нет фотошопены. А персонажи, в принципе, все взяты с аниме-стилистики, с Genshin Impact и так далее. Но, в принципе, для бесплатной игры поиграть можно. Но вот играть в это или нет, или тратить на это время или нет, в принципе, решайте сами. Ну, на открытие всех достижений, на открытие всех концовок у меня ушло, ну, потому что разбираться было непросто, потому что прохождение никто подробного не писал. Там ушло у меня 5,5 часов. Но, по-моему, я еще игру оставлял на фоне. Поэтому в общей сложности, может быть, часа 4 я на все про все потратил. Вот. Ну, а всем, в принципе, спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили, ребятушки. Вот такие игры бывают, которые иногда попадаются на рекомендациях Steam. Такие вот бесплатные, простенькие, но... По крайней мере, там ради достижений, ради смешных видео, которые открываются при открытии вот таких
секретов, вот, то есть вы тут нажимаете вспомнить, и потом будут такие прикольные, там, замечательные ролики, которые, опять же, сделаны необычно. Вот. Ну а всем спасибо за внимание, всем до скорого, я напишу, наверное, обзор. У меня игра вернулась сама назад. Серьезно? Ну ладно. Ну а всем до скорого, всем удачи, всем всего хорошего, всем пока-пока.